Пошли машину. Что, случилось что-то? Знакомьтесь, моя мама Катерина Сергеевна. Очень приятно, Петр. Слушай, а ты когда целишься, ты кем себя представляешь? Я жалкий, унылый, вечный посмешище. Скажи, откуда в тебе столько самоуничижения? Чего ты так себя не любишь-то? В совокуплении вообще нет ничего, кроме самоуничижения, вот и все. И какое-то значение ему придает чувство. Он мне вообще давно рассказывал, что мама в музее работает. Приходи послушать, там интересно. Ну, и правда, интересно. Ты кого-нибудь любила в этой жизни по-настоящему? Ты думаешь, что тебе сверху это позволено? Я не знаю. Амбивалентность. Первый признак шизофрении.